У дома три стражники. Нехорошо. Браво, когда я отрезал ему первый палец. А со второго каждый становится честным. Рыжая шлюха. Я же заплатила тебе за месяц вперед. Ну да, но по старой ставке. А теперь риск больше, значит, больше и причитается. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Я волновался за тебя. Город кишит охотниками. Я знаю. Все было готово. Мы должны были отплывать. Но охотники нас опередили. За одну ночь они закрыли все ворота. Поставили стражу на каждом перекрестке. А потом начали прочесывать город. Улица за улицей, дом за домом. Они задерживают каждого, кто кажется им подозрительным. Большинство – простые люди, у которых оказался при себе амулет из клевера или кроличьей лапки. Но иногда они находят мелких чародеев. Самое время забыть о своих собратьях. Спасай себя. А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта? Смог бы это сделать, чтобы спасти свою шкуру? Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Но я не могу их просто оставить. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. А боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. До порта вы так просто не дойдете, на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю Новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди.